летят две баллистические ракеты. Не рассказывали, нет? Летят две ракеты с громадными такими, с мощными ядерными боеголовками, наша и американская. И они летят со страшной скоростью навстречу друг другу. И когда они повстречались, они притормозили каждую ракету, остановились. И наша спрашивает американскую: а ты куда летишь-то? Американская: как куда? К вам. А ты куда? А наша говорит: ну, если ты к нам, я к вам. Американцы говорят: вот интересно, встретились, я ни разу не видал, вот я тебя тоже ни разу не видал. Наша говорит: так может, давай по случаю встречи по стакану? Американцы говорят: давай, давай. Ну, выпили по стакану, американцы говорят: слушай, а у меня ведь, знаешь, какой заряд, я там вас как шарахну, то ничего. Наша говорит: ну, у меня тоже, знаешь, дай бог. Американцы говорят: хоть трагедия какая. Наша говорит: ну, чтоб повеселее было, давай выпьем еще по стакану. Что говорит, говорит: давай. Они выпили еще по стакану. Американский вдруг помрачнел и говорит: слушай, а ведь если я-то шарахну, я ведь погибну, и ты ведь тоже погибнешь. Наш говорит: да. Что же это, какой кошмар-то, мы же с тобой погибнем оба. Наш говорит: так давай за упокой нашей души, еще по стакану. Так, говорит, давай. Они выпили. Американцы говорят: ну, я полетела. Наш говорит: а на пасашок? И американский говорит: давай. Они выпили еще по стакану. И американский вдруг побледнела. И говорит: что-то мне нехорошо тошнит. Наш говорит: не бойся, я тебя до дома провожу.